Коми завершилась первичная аккредитация выпускников медицинских колледжей. Сегодня средний медперсонал готовят в 4 городах – Сыктывкар, Воркута, Ухта и Печора. С 2018 года одного желания помогать людям и диплома на руках для трудоустройства мало. Каждому выпускнику необходимо пройти первичную аккредитацию. Проводит ее независимая экспертная комиссия. Уже после этих испытаний они попадают в федеральный реестр медицинских работников. Сегодня в крупных лечебных учреждениях региона есть своя система наставничества. К примеру, начинающим медсестрам активно помогают опытные коллеги. Знакомство начинается уже с преддипломной практики. Именно после нее многие и принимают окончательное решение. Особенно не хватает в отделениях, которые работают достаточно интенсивно. Это реанимация, это неонатология, это нейрохирургия, хирургия. Поэтому, если говорить о абсолютных цифрах, то, конечно, нам нужно вот сейчас, чтобы укомплектоваться и нормально функционировать, особенно в летний период, отпускной период, надо порядка 30-35 медицинских сестер. Только Сыктывкарский медколледж в этом году подготовил 236 специалистов, 164 выпускника прошли первичную аккредитацию в других учреждениях республики.